экстравагантные выходки Констанции привели к тому, что ее с позором изгнали из студии. У своих подруг она тоже не встретила понимания. Все с нетерпением ждут, кому же достанется победа, Ирине или Ксении. А мы переходим к самой романтической части нашего свидания. Медленный танец. Медленный танец? Мне надо пригласить дам на танец? Отлично. А музыка прям будет, все дела. Первая. Ирина. Ирина. Танец два здорово, среди класса, блин. Мелкий. Вы занимались, наверное, спортом у Ирины? Да, плаванием. Плаванием? Вы хорошо плаваете? Конечно, была шутка. Далеко и быстро? Да. Нет? Трудно догнать. Трудно догнать? Да. А если по кромке бассейна? Долго будете бегать? Ирина, вы так и сидели ответственные, говорили о том, что женщина продолжительница рода, а вы сейчас заигрываете. Ну да, да. А дальше, черт возьми. Зачем вам вести? Руку-то подними, ну положи ты ему на плечо, руку-то. Давай, ладно. Руку на плечо положи. Смотри, он проигрывает, ступает. Ну, придержи. Андрюха! С вами приятно танцевать. Да. Будем долго спать. Пойдемте. Очень хорошо, очень приятно. Такая одинокая, стоит и скучает. Нельзя так. Пойдемте танцевать. Ту же самую песню. Как ни странно. А хотелось бы танцевать под другую или под эту? Вот так. Тебе под эту тоже очень красиво. Да, кстати, когда я говорил, что разделяю на 3 дня общение с мужчиной, я не говорил меня трогать. Я очень аккуратно трогаю, если вы заметите. Ну, не знаю, я повелся бы. Я повелся бы на Артура. Кого? На Артура бы повелся. Есть момент, он здорово. Но Артур и выиграет. Артур-то выиграет. Да. Сейчас видно, Артур выиграет. Разбирайтесь, ну, нет? Что больше нравится? Дискотека или вот такие романтики, классика. То есть, это правда, да? Прекрасно. Спасибо большое. Я прям вот от души вам аплодирую, честное слово. Ну, Ксюша, однозначно. Вас в том, что ты играешь за время нашей романтической. Самое главное, то что одна пытается быть женщиной, а вторая очень женщина, да? Я подсознательно дарю этот цветочек вам. Ирина, вы очень-очень по-женски мыслите, очень все вот так вот правильно. И, кстати, позвал. Я думаю, что обязательно будет кавалер и в ближайшее время. Тот, который эту вазу заполнит. Вот. Ну, вот такой вот субъективный Паша Воля. Вау! Ирина, то есть, Андрей, ну мы все, мы ставки делали 99,90, мы в полпасы думали выиграть Ксения, и все-таки выиграл Андрей. Мы вообще все думали, что сейчас же Арчес, да? Да, мы с ним, блядь, от этого, все, Арчес, он там плечико ему отмастировал. На этот момент для всех было важно, что это не Антон. Кто угодно, хоть Андрюх. Вот я как сказала, так оно случилось, что, наверное, открылось все-таки второе дыхание. Вот, я думаю, что... Теперь я уже думаю, что это будет не последняя ее победа. Я думаю, что Ирина меня не подведет. Пойду розочку поставлю к иконке. Давай, давай, давай. Жене. Андрюха красавец, выиграл. Сделай его. Он все-таки любит неприступных мужчин. Женщин, ты хотел сказать. Мужчин. Он любит неприступных мужчин? Да. Он же мужик. Ну а мы что, женщины, что ли? Нет. Я пойду покурю сначала.
Главное, что действительно все молодые дукатуры отдаст. Потому что... Понимаешь, позиции мужчин, как бы, от лица женщины в позиции мужчин. Да. Самое главное, мы поймали тему, ребята. Сегодня мы реально поймали тему. Мы поймали именно ту линию, как думает или должна, по нашему мнению, думать женщина, общаясь с мужчиной. Не то, что тему ловили, просто, грубо говоря, мы знаешь, что все слышали, да, вроде бы? Обсуждали именно... Просто сказать, сидят четыре мужика и обсуждают мужиков. Теперь, да, стало ясно то, что конкурсы на похожесть с женщиной, да, они как бы, в принципе, закончены, и впереди другие конкурсы, где можно взять другими качествами. Ой, Дима, это тоже кадр, блин. Не знаю, то ли не понимает, что от него хотят, или то он пытается по фасту, пускай, что хочет, то сделать. Ну, да, это дело, обидели. Сговаривали. Хотя мне не понравилось тоже. Поведение отвратное. Не, ну можно, да, то есть, если он выбрал себе такого образа, да, то есть, допустим, да, почему нет? Ну, перегибай, там, у тебя маленький член, там, или еще что-то. Да, уже в конце, когда понятно, что его, там, и он не ушел достойно, да? От Карена ожидал немножко другой реакции. И вот эта реакция, его реакция на... мое поведение. Я ожидал, что он меня поддержит в этой ситуации, а оказалось... Не что так. Ты еще можешь мне предложить? Там показали момент, как ты на нее смотрел в танце. Показали момент? И как? Просто, знаешь... Ну, не даром у меня диплом. Ну, да. Академия. Ира ужасно боялась в тот момент, когда человек понимает, что там, допустим, он разговаривает со звездой и начинает там где-то тормозить, комплексовать. И Андрей, он, ну, сейчас, ну, никакой он был вообще, на самом деле. Какие ощущения вообще? Никаких. Ну, круто. Ты знал, ты знал. Как будто бы, да. Приятно, да, все равно? Есть такой же? Ты осознаешь тогда, когда вот уйдешь уже в сам отпуск, Андрей, когда ты это попробуешь, блин, будешь пойди возвращаться, по улице, да? И как хорошо побеждать, подвес. Как хорошо отдыхать. И я понял, что я даю повод ребятам. Я дал повод для того, чтобы общественное какое-то порицание, что ли... скрывал себя, да, и не я с самого начала проекта я говорил все, что думал. Они не знают, что от меня ждали, что я там притихну и буду там сюсюкать. Нет, то есть это была ситуация с конкурсом, это был какой-то вызов. Это напрягало людей. Я в этот вечер, еще в тот вечер, проанализировав все, был готов к тому, что завтра я буду номинирован. Субтитры сделал DimaTorzok.